Привет, это Carix Tutorials. Привет, это Танео в эфире Carix Tutorials. Это Carix Tutorials, самый информативный канал по игре Carix Drift Racing 2. Тир 1, самая лучшая тачка, это VZ210. Она просто нереально валит. По всем параметрам, это мега имбовая тачка в своем классе. Чтобы иметь возможность снизить скорость без потери траектории, нужно зайти в меню тюнинга, выставить усилие на максимум и распределение на переднюю ось. Lynx – уникальная машина в своем классе. У нее очень быстрый разгон и отзывчивое управление. Apollo – это та машина, на которую можно начать копить валюту с самого начала. В топовой прокачке тачка невероятно имбовая. Насчет моего знакомства с дрифтом, это все началось с первого Need for Speed Underground. После этого я в каждой игре пытался всегда ехать боком. Причем, понятно, в одних играх это получалось лучше, в других не очень. Количество фанатов увеличивает прибыль, и это количество исчисляется в процентах. Привет еще раз, ребята. Сегодня у нас будет небольшой летсплей. Прокатимся мы с вами на Nissan Skyline R34. Ну, меня вообще интересовали, конечно, вообще тюнинг, тачки японские, все такое. В Drift Racing 2 я начал играть буквально после ее выхода. Вообще единственная игра до сих пор, в которую я играл там, сколько получается, где-то лет 5. Ну, игра на тот момент была, конечно, очень сырая. Ну как, Drift Racing 2 в тот момент, на момент выхода, и сейчас это вообще две разные игры. Я бы сказал, что сейчас, в данный момент, то, что сейчас мы видим, это Drift Racing 3. Игра, конечно, очень круто развилась. Уже тогда стало понятно, что с каждой обновой игра просто, ну, реально очень сильно шагает, вот, развивается. Добро пожаловать к просмотру обзора свап-движков Carix Drift Racing 2. Пришло время поближе. Ну, как у меня появилась идея создать канал, на самом деле, в тот период времени у меня вообще, как бы, в жизни был такой момент, что-то думал, чем бы интересным заняться. Мне захотелось и другим игрокам помочь. В этом туториале рассмотрим основные техники сбрасывания скорости в Carix Drift Racing 2. Сжатие и отбой примерно на середине. Сзади, как я говорил, подвеска еще мягче. Спасибо вам, друзья, что вы смотрите и даете обратную связь. Где-то там полистать очень далеко на моем канале к самым первым видосам, вот, то я пытался вот как-то вот что-то, ну, по сути, делился тем, что я там сам понял, в чем я разобрался. То есть изначальная идея канала была в этом, и, ну, как бы, до сих пор остается это вот помогать игрокам, помогать комьюнити, делиться какими-то наработками. Ну, вообще, короче, мне нравится вот это тема шеринга, мне нравится вот тема взаимопомощи, именно, мне кажется, за счет этого именно комьюнити DR2, оно так очень сильно выросло. Первый турнир в DR2 мы начали с ребятами вообще задумывать. Ну, как бы, мне кажется, это стало как бы естественным шагом следующим, что ли. Вообще куча идей в игру пришла именно из комьюнити. Да я сам через свой YouTube канал, через свои видосы старался там делиться вот всем, всей полезной информацией по игре, короче говоря.
компьютер и RDS, как бы это было что-то с чем-то. И хорошо слышно, тогда поехали, я вас рад приветствовать на первом стриме KRX Tutorials. В общем, это Тенео, как всегда. Вот. Понятное дело, если ты там прикатываешься, если ты там режешь где-то углы, так, присаживайтесь поудобнее, в этом выпуске у нас XDS Legend. Кайфуйте от игры и от процесса, а если переиграли, то обязательно сделайте перерыв несколько часов или дней. С ребятами из дрифт-движухи KRX Online проводим чемпионат. Цель мероприятия – дать возможность испытать свои силы как новичкам, так и опытным пилотам. Что я могу вам сказать? Добро пожаловать в любом случае, но надеюсь, вы также получите удовольствие от стрима тоже. И да, Тенео — это я. Так что всем спасибо за стрим, всем, кто были сегодня с нами. Я всех рад видеть. До новых встреч, увидимся на новых стримах. Все, всем пока-пока. И как бы там ни было, я рад, что эта история заканчивается таким вот образом. Последний выпуск KRX Tutorials. Ну, короче... Вот как-то так. Вот такая вот мини-история. Всем пока!